Ребята, с вами я, Waffendragger. Сегодня мы решили поиграть в Brawl Stars. Ну, тут рядом со мной мой друг. Алло, говоришь он? А, ну, мы же Unstalker. Ну, в принципе, не Unstalker. Так, ну, что тут у нас? Стоп, что там было такое? Стоп, пользу 79 гемов. Кого? Стоп, это баг или что? Ну, ребята, смотри, сколько у меня гемов. 182 гема. Перезайди, перезайди. Не-не-не. Я тогда просыл все. Ребята, ну чё? Я, наверное, покупаю. Ну, поздравляю. Спасибо. Второй хроматический минус мои гемы. 103 гема осталось. Ну, в принципе, ничего страшного. Зато новый граблер. 34. Сука, ты за тебя еще 4 граблера. Вольтик. Yes. Вольтяра. У меня вольт. Просто посмотрите. Ну, этот. Вольт. Вот я будешь сейчас со мной поиграем. А что у тебя заходи? Что у тебя тут? Что ты? Все. А, ну это меня только приглашает. Не, куда? Я не верю. Ну ты, конечно. Ладно. Это давайте поиграем. На вольте, господи. Ну, ребята, я погнал. Вольт настоящий. Куда? Это кликбейт. Он читер. Это не настоящий Браун. Конечно. Еще как настоящий, вы все знаете. Ребят, не обращайте внимания на эти сайты. Он сам себе просто обосрался там. Ну же здесь всё. Вот это граблер, вот. А я... Ребята, я все. Да хватит, блин, пожалуйста. Мне ладно, что? А нет. Нормальненько так вертёт. Это второй хроматический бравлер. Где мой? Нормально, второй хроматический. Да. Ладно, всем пока.